Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries со зоны Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Wildberries, что здесь интересного? Здесь новый чайник, чайник Китфорд. А почему новый? Потому что мы повредили наш старый чайник. Он прикипел у нас к розетке, мы когда его выдергивали из розетки, повредили вот эту штуку. Поэтому он отправляется на покой, но я думаю, вот эту нижнюю часть можно выкидывать, а верхнюю оставить. Она может еще пригодиться. Вдруг будут какие-то неполадки с новым. Если, конечно, подойдет, потому что у нас вот этот вот Royal Kitchen, он уже много-много лет, кстати, служит, никаких нареканий нету. Сейчас распакую, покажу. Цена вопроса 1100. 1100 с копейками. Чайник, по сути, вот такой же, как и старый. И купила заодно вот такую интересную розеточку, тройничок, наверное, правильно называется, но с заземлением и с переключателем. То есть, чтобы не выдергивать ничего из розетки, а когда нужно, выключать. Вот как интересно. Здесь, кстати, есть шторки от деток. Вот. Сейчас попробуем все вместе с вами воткнем. Вот от него. Долго искала, кстати, какой тройник купить на самом деле. Очень долго искала. Производитель непонятный. И разветвлитель с заземлением и выключателем. Вот такой. Они есть на 3 гнезда. Мне здесь достаточно 2, поэтому больше не покупала. И вот в таком огромном пакете пришли вторые тенюшки. Люкс Визаж. Это у нас уже с вами линейка Metal Hype. Самый светлый оттенок. Сейчас распечатаю, просвочу. 0. Сейчас распечатаю, не вижу так. Взамен таким же самым светлым теням Faberlic, которых уже 100 лет нет на складе, а я очень люблю с ними делать макияж. Вот так все это дело было упаковано. Чайник в мешочке. Здесь еще пенопласт был снизу и сверху. То есть нормально, хорошо упакован. Верхний мы уже выкинули. И одно днище от чайника было переложено вот такой мягкой штучкой. Там у нас с вами, куда я ее делала, это инструкция. Вот она. Кстати, Китфорд они дарят еще за отзыв кухонные весы. Потому что я помню, я что-то покупала уже у Китфорд и писала отзыв на их сайте, где-то не помню. И они мне прислали, там вводишь данные, куда отправить кухонные весы. Я ими, кстати, активно пользуюсь. Видите, они всегда вкладывают вот такой или другой. Ну, в общем, вот эти киты, это их фишка. И они всегда при покупке их техники вкладывают магнитик. Держи, Крис, это тебе подарок. На, магнитик, раскрывай. Так, ну вот, собственно говоря, сам чайник. По сути, он такой же, как и был. Немножко отличается. Кнопка с голубой подсветкой на пункте выдачи. Проверила. 1,8 объем, как и был у нас. Крышечка такая тугая. Вот, подсоединила, воткнула свой новый тройничок. У меня там микроволновка. Микроволновка дальше. Тостер, мы им активно пользуемся. И чайник. Вот так все это дело выглядит. Так, чайник с подсветкой пробуем. Вот, включился. На камеру мигает, на самом деле не мигает. Там синий огонечек, подсветка. Сейчас попробуем на момент. О, быстро закипает, слушайте. У нас тут медленнее, мне кажется, было. Уже все там пузырится. Залезай, тебе интересно? А еще сейчас выключу интересный момент. Просто на некоторые такие удлинить розетки писали отзыв, что когда ее выключаешь, вот чтобы из розетки ничего не вытаскивать, то ток все равно есть. Проверяем. Нет. Подачи тока нет никакой. Выключатель работает на ура. Я этому несказанно рада. Так, теперь чайник кипятим. И посмотрим. Не мигает на самом деле. Почему-то камера так делает, что мигает. Посмотрим, будет греться ручка или нет. Я разные чайники, кстати, смотрела, читала отзывы и подороже, и в итоге, не наоборот, горячий малыш. В итоге вот на Китфорд очень хорошие были отзывы. Ну и цвет мне нравится, у нас вся техника на кухне черная, красивенький такой. Сейчас закипит, посмотрим. Так уже кипит прям быстро, слушайте. Тут, мне кажется, у нас помедленнее был. Вот тенюшки, вот такой вот аппликатор, это у нас с вами 7-й оттенок, самый светлый тон. Вот тут нанесла прям толсто, вот тут прям сильно растушевала, тут поменьше. То есть как хайлайтер высветлить уголок глаза под бровкой, чайник закипает. А верхние века в серединке я так всегда высветляю. Очень красивучий оттеночек. Они, конечно, люкс визаж по стойкости с Faberlic не сравнятся. Вот предыдущие тени, они прям стираются, но на глазах держится хорошо. Но все равно Faberlic более стойкие. Поэтому вот такую себе нашла альтернативу. Замену сияние равномерное. Очень красивенькое. Прям вот все, как я хотела. Вот нанесла в уголок глаза, видите? И верхнее веко посерединке. И под бровку. Пальчиком прям растушевала. Я вот наношу прям на серединку. И растушевываю. Немножко на подвижное, немножко на неподвижное веко. Очень красиво.
просто замечательно. Я так делаю абсолютно на любые практически тени сейчас постоянно. То есть тени сами по насыщеннее, а на серединку вот такой вот блеск, сияние, прям очень здорово молодит взгляд. Класс! В работе понравились, очень удобно. Пальчиком прям хоп-хоп и свеженький такой взгляд. Все, закипел. Первую порцию воды сейчас выключу. Удобно очень он закипел. Я прям кнопочку там нажала, выключила. Ну, потому что у нас розеток в квартире мало, и на каждую розетку, соответственно, с помощью удлинителей и тройников большая нагрузка. Поэтому вот я нашла выход именно вот такие вот тройнички с кнопочкой покупать. Абсолютно холодная ручка. Нет, в этом плане чайник все отлично. Наливать тоже будет удобно, он как предыдущий. Поэтому чайнику пока ставлю прям 10 баллов из 10. За свои деньги шикарная вещь. Птичку вылила и забыла сказать. Запаха вот сейчас абсолютно никакого нет. Изначально запах был небольшой пластика. Но вот чисто из коробки. Потому что когда я достала чайник, сам открыла его и понюхала, а там запаха никакого практически нет. Сейчас, когда первый раз вскипятила, вообще никакого запаха не чувствую. То есть вот, тоже большой плюс. Купочка Wildberries, и это свитшот. Очень класснючий свитшот. Прям вот вообще потрясающий. Мы заказали два размера, померили. Это свитшот Ксюшки, но уже в размерной сетке женской. Это 42 размер. Эска, 44, точнее. Мы заказали 44 и 46. Выбрали, вот оставили 44. Я бы себе тоже очень такой хотел, но, к сожалению, на меня размеров не было. Он нереально классный. Открываем. Так он выглядит целиком, но камера вам неправильно передает цвет. Это темно-зеленый, очень классный, модный цвет. Сейчас Ксюха оденет его. Может быть, получше будет камера передавать. Без вспышки попробуем. Нет, все равно он гораздо темнее. Это прям темно-зеленый такой красивый, великолепный цвет. Так, в чем здесь фишка? Во-первых, это Турция. Во-вторых, это теплый свитшот. Бренд называется Бамонти. Вот, показываю, это Турция. Укрепленная такая горловина. Смотрите, как здорово выполнено, сделано. И он на флисе, он тепленький. Вот как раз сейчас погода вообще не радует. Я вообще обожаю такие вещи. Летом, вечерком надеть, не мерзнешь, ничего, красота. Рукавчик мне тоже понравился, как выполнен. Вот так он, кстати, пришит. Именно вот такой вот крой, он очень круто скрадывает недостатки фигуры. То есть прям вот стройнит. Стройнит очень круто. Резиночка на рукаве, резиночка внизу. Все прошито просто идеально. Хоть где-нибудь вот какая-нибудь нитка встретилась. Нет, все просто замечательно. Обработано. Вот она, все шикарненько. Цена тоже очень-очень приятная для вещи такого качества, для такой теплой и класснючей базовой вещи. Здесь 80% хлопок, 20% полиэстер. Ткань дышащая, ткань классная. Ксюха уже в нем походила. То есть это не такая вещь, когда ты одеваешь, и ты прям начинаешь дико потеть. В общем, он класснючий, он очень класснючий. Я безумно хочу себе такой. Прям добавила в избранное, может быть, появятся размерчики побольше. Так, мерим. Ну вот сейчас на Ксюшке более-менее цвет передается. Вот сейчас цвет более-менее, то немножко он потемнее в жизни. Кстати, ткань премиум качества не скатывается, потому что у меня есть костюмы похожего, скажем так, качества, и когда я их стираю, на них появляются катышки, я потом обрабатываю. Здесь нет катышков, нет, ткань обалденная. И продавец, кстати, в карточке товара рекомендует, чтобы флис, не знаю правильно, как это называется, начес, флис, в общем, вот эта теплая штука не оставалась на одежде, не пачкалась и так далее, сразу его после покупки, вывернув наизнанку, постирать. Вот мы сейчас так и сделаем в деликатном режиме, постираем, вывернув наизнанку. Тебе так зеленый идет вообще, я прям не могу, повернись. Вот такой он свободненький, длинный. Мне кажется, вообще Ксюха его лет до 20 будет носить. Ему сноса, во-первых, не будет. Во-вторых, сейчас же все носят оверсайз. Это модно. Рукав вот этот, он называется реглан. Реглан, который скрывает все недостатки и подчеркивает достоинства. Ну, в общем, он класснючий. Вот такая вот длина. Он прям свободненький. Это у нас получается 44-й модель, 44-й размер. Мне кажется, до 46-го точно можно взять. Ну, а так парочку взять, например, тоже как мы и померить. Но он свободный, он действительно оверсайз, он прям очень свободный, да? Да. Рукавчик тоже длинный, все отличненько в этом плане. Можно подвернуть, можно так ходить. Но они сейчас так ходят, у них сейчас так модно же у молодежи вот такие вот свитерочки оверсайз носить. Красота? Да, очень. Кстати, вывернула его наизнанку. Сейчас прям будем стирать, показать вам, какой он теплый. И он безумно мягкий. Он такой нежный, вот прям к телу. Очень комфортно. Купочка Озон, и это кофе. Периодически беру такой кофе. Во всем устраивает, очень нравится. Либо на Яндекс.Маркете, либо на Озон. Самая дешевая цена там.
150 грамм, иногда бывает выгоднее брать по 75, в этот раз 150 грамм, пятерка, беру либо пятерку, либо четверку, 300 рублей. В магазине за такую цену вообще не купишь. Вот, кстати, желтый еще не пробовал. Кто пробовал, напишите, чем отличается от зеленого и синего. Кофе классный, кофе терпкий, не горчит, хорошо бодрит, дарит прям практически, ну, на весь день бодрости. Давление от него не скачет, что тоже очень важно. Поэтому прям плотничком на него подсели. Кофе качественный, классный, почему бы и да. Пачки Озон и Яндекс.Маркет. Что здесь у нас интересного? Это фольга. Я уже заказываю именно такую, не первый раз. Считаю, что это идеальное соотношение цены и качества. Здесь, смотрите, 60 метров. Получается, да? В общем, я сейчас открою, покажу. Так, Яндекс.Маркет. Здесь у нас бомбочки. Очень бюджетные. Девчонка в Телеграм скидывала на них ссылку. Такие беру первый раз. Промокод, по-моему, был. Дешево достаточно обошлись. Красивые. Сейчас откроем. Прям красота. Еще в пупырку упакованы. И такие вот на подарочек ленточкой перевязаны. Так. Бомбочки для ванн, сердечки малые, 8 штук. Тяжелая такая коробочка, не совсем малая, я думаю. Так, фольга, это у нас с вами вот 11 мкм, это толщина, это достаточно толстая фольга, прям вот хорошая, хорошая, толстенькая, 30 сантиметров, это что, ширина. И длина, да, 60 метров, то есть ее здесь много, хватает надолго, мне, кажется, предыдущий рулон год точно был. Я уже в ней уверена, отзывы тоже хорошие, поэтому по своей же ссылке я взяла. Теперь распаковываем бомбочки. Слушайте, пупырку только сняла, аромат нереальный прям пошел от коробочки. Развязываем бантик. Вот так это должно быть. Что тут у нас написано? Ручная работа. Так, а как вы открываетесь? Надо сначала ленточку всю целиком удалить. Как вы открываетесь? Где? Вот тут, наверное, запаяно. Сделано с любовью. Или вот здесь? Сделано с любовью. Нужно было надрезать. Прям такая-то упаковочка добротная. Никто не вскроет, не залезет. Вот как они выглядят. Ну, действительно, очень презентабельно, красиво. Вот такие сердечки, аромат пошел вообще нереальный. Написано, что продукт как бы эко, ничего тут такого нету, чего нельзя деткам. Ой, как вкусно. Вот это какие-то тропические фрукты, голубую интересно понюхать. Так. Свеженькая. Но классные, красивые. Мне нравится. Туда. Есть лимончик, но тоже такая смесь. Достаточно большие, кстати, я бы не сказала, что они маленькие. В общем, это девчонкам, они это дело любят. Они заплывы устраивают вместе, бомбочки запускают. Так что это для них. Ну, на этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.